Нужды в космос. Так, сейчас вот она, Терра Нова. Тут можно попутешествовать, это очень круто. Продолжить. Да. Вот тут можно почитать. Двигатель включен, да. Тип звездный мул. Что-то там. Дальше непонятно. Корабль любви. Блин, да это Ишимура. Какая нафиг Терра Нова? Ладно. Все похожи просто. Так, ну что, мы уже подъехали. Сейчас мы посмотрим насчет заданий дополнительных. Что там? Точно ли мы все поставили? Точно ли это задание? Ну, по сути дела, да. Так, ладно, вы уже на месте. Открытый космос. А, не открытый, просто безвоздушное пространство. Так, сразу. I'm inside the Terra Nova. Which way to the shuttle? Santos, you found the impound records. What did they say? Only that the shuttle was decommissioned. They were going to pop it out. Great, so basically nobody knows? There must be more detailed shipping records somewhere. I'll take a look around the ship. Это точно не побочное задание? Я на это очень надеюсь. Ну, Терра Нова. Ну, блин, ну, мало ли. Тяжелая станина. Опять эти звуки. Непонятные. Так, а у нас патроны... Да, по-разному теперь стреляют. Вот на это, кстати, я забыл. Излучатель Тесла надо было поставить. Ну, ладно. Так, подожди. Ожидаемые задержки. А чё, новый костюм, что ли, какой-то? Не, ничего нового. И по улучшениям у нас тоже ничего... Ну, наверное, назад будем возвращаться, у нас много чего нового появится. Так, а это, видимо, корабль, да? И мы вот тут где-то. Ну, круто, что по-русски написано. Перевели. Все-таки переводчики, они... Блин, а нам еще на какой-то этаж? А, только на второй. На третий, видимо, нельзя. Да, почему там на туре? Ну, наверное, вылезет обязательно кто-нибудь оттуда. Я не люблю жастики, они нагнетают как обстановку плохой делают, но почему-то эта игра для меня... Такого чувства не вызывает. И вообще, ну, любимые мои, мне так кажется. Так, что-то там дали, я забыл. Что это, вольфрам, что? Так, нам туда, да, видимо, включать что-то. Так, артефакт. Ну, очень много всякой информации. Очень много информации. Ну так посмотри. О, взлом старый. Это я люблю, да. Я просто не хочу время терять. Ну, не то, что время терять, но кому-то неудобно. Хоть тут сохранили из старой игры. Предыдущих частей. Самое смачное занятие. Isaac here. It looks like our shuttle's in the aft section of the ship. I'm updating our locators now. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. We can get it to work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. I can get it to fly. Yeah, sure. We'll make this work. Да, отлично. Идем дальше. X наш прям возрос, мне кажется. Ну или это просто костюм поменялся. Так, тихо. Вот такие двери, блин, вообще какие-то изрисованные всем.
полупроводник. Нам как раз он нужен был для икса. Ну, в смысле, для этого. Для улучшения чего-то там. Завались. Нельзя поиграть, да? Неужели такие игры останутся? Кто тут будет играть? Так, шкафчик. На обратном пути соседняя дверка, наверное, работать будет. Либо в это что-нибудь положим. Идем дальше. Здесь хоть написано, что посторонний вход запрещен. Ну, значит, нам сюда. Ну, конечно, тут надо было использовать это для более мощного замеса. Подожди, чё? Да, с перезарядом проблемки. А чё, скорострел тоже исчез? Исчез. Да, надо использовать улучшение именно на это оружие, потому что здесь с перезарядом проблемки. Пока что она меня не устраивает. Преобразователь это называется штука. Ладно, пока с плазменным резаком. Побегаем. По два патрона в них надо всаживать. Гидравлическое оружие. Ну, что-то новенькое, кстати. Опять какой-то, наверное, полупроводник, да? Так, стоп, это... Давай. Перезаряжайся. Быстрее, все. Ну что? Что вы мне дадите взамен? Что за звук странный, когда я их давлю? Блин, они мне ресурсы дают. Ну, мол, на патроны сам копи, да? Ну, в смысле, делай их сам. А мы тебе ресурсы будем давать. Здесь закрыто. Так, а здесь у нас что? А, вот, спрятался. Засрань. Больше вроде нигде их нету, наверное. Соответственно, спускаемся вниз. Да. Катсцена. Wow, an old scavenger bot. This will come in handy. Новая пушка. Ладно, чё это? А, вот такой звук. Нажмите 3, чтобы экипировать ботом поискали. Экипироваться. Удерживайте право ПКМ и двигайтесь по радару для использования. Для использования удерживайте. Ой, блин, что я сделал? Подожди. Да, возьми его, ёп. Он типа ресурсы загружает. А мне надо было туда куда-то идти, там же радар был. Ладно, то есть он... А, он вернется на станок. Да, магический робот, который... каким-то непонятным образом попадет туда, да? Все, что тут у нас дальше? Тут что-то еще вроде видел, да, вон. Попрятали. Интересно, кто туда лазил, прятал? У тебя больше ничего нет. Прямо. О, бот за нами. Ты не испугался? Робот. Во! Что это там выпало? А, кстати... Кстати, чё с ним попало? Чё, впустил, да? Свинца. А, нет, плазмы. Ух ты, год, смотри, они все живые. Аптечку среднюю дали. Нормально, чё. Аптечка пихает, конечно, на среднем уровне. О, сбрызжется опять. Нет. Это было. Нет, посмотри, я ему все отстрелил, а он как-то идет. Что это такое вообще? Какой-то
какой-то язык там запустили в их программу. И вот они говорят на нем. Так, ты должен открыться. Так, у нас бляха. О, что-то новенькое. Ну, это типа оживляторы, да? Бляха, он еще живой. Вау! Тихо. Нет, ты посмотри, что происходит. Обалдеть. Да, надо пушечку помощнее. Ну ничего, у нас есть стазис. И еще что-то у нас есть. Что у нас есть еще? Аптечек много, вот что у нас есть. Все, я прочитал. Включить. Бенч. Новое. А, модифицировать можно. Блин, вольфрам вообще нет. А как его добыть-то? Может, как-то это самое. Ну ладно. Хрен знает. Может, действительно создать как-то. Так, верхнего блока. Что у нас тут есть? Давайте, вот, темп стрельбы. Качнем. И снова темп стрельбы. Что, купить, что ли, надо, или что? Создавать надо. Угу. Ладно, пока сойдет. Чертежи. Чертежей у нас также ничего вроде нет. Вольфрам по нулям. Может быть, как-то вольфрам можно создать? Давайте почитаем. Так, хорошо, хорошо. Создать средние аптечки. Вольфрам создать нельзя. Это что такое? Вольфрамовый торсионный вал. Ну, вольфрам, не знаю, находить, наверное. Здесь ничего нет. Создание оружия новое. Можем вот тяжелую станину присобачить. Плазморезы. Других пушек пока, я так понимаю, нет. По патронам у нас... Я не знаю, что у нас там по патронам. Наверное, все нормально. И... Так, модификация. Что-то модифицировать. Нижний нам не надо. А, подожди, нижний сейчас мы присобачим этот. Как его там? Что-то у нас там есть. Плазморез еще один, да? О, гидравлический. Так, это что такое вообще? Плазморез гидравлическое. Ну, давайте. Все, и сваливаем. Но перед этим посмотрим, что тут у нас есть. А, мы же все прокачали. Ну все, опять задерживаться не будем сильно уж так. Да, и патрон под... Да бред какой-то. Ну ладно, ближе не будет. Что произошло? Ой. Мерзкие твари. Обязательно... А, ну восстанавливается, да? А, я перезарядил просто. Средняя станция. Ух ты, ё, жирный, смотрите-ка. А мы сейчас испытаем, кстати, скорострел. Ну, слабый вроде, такой же примерно. Сильное отличие не увидел. Из него, наверное, эти мелкие твари, вот которые только что были бы, уже вызвали. Да ёп. Тут самое главное не промахнуться мимо лап. Завались. Так, стазис. Ну, нам, наверное, пригодится. Помещение большое, тут, чувствую, будет мяско. Замес. Что-то там нашли мы. Да. Блин, говоришь, замес живет.
Ну-ка. Ну, а очевидно, что оружие будем потом улучшать. Ну, не будем это гидравлическое оружие использовать. Клешнёй всадим в него. Клин клином, да? Ну, клешнями можно долбить их. Чё, ещё что-то хочет вынести? Ну, тут постоянно такие звуки, так что... Вот, еще одну цепь нашли. Перезарядка плюс урон. Круто. Так, а что я сюда пришел? А вот что тут включить? Ну все, сейчас начнется, чувствую. Ой. Разблокируйте вагонет. Ну да. Чё? Транспортные службы? А, мне туда куда-то. Вот эта дверь открылась, я так и знал. Так, хорошо. Так, что-то там наверху уже двигается. Я что-то пропустил? Внизу что-то пиликнуло, мне казалось. Оп. И у нас вольфрам опять нет. Металлолом дает. Да ёп. Их проще стряхивать, наверное. Ой. Отрубай ему конечности, ссаные. Блин, эти твари еще оживают. А ты куда пошел? Сейчас ближний бой, у кого сильнее. Да, чувак? Ну, конечно, меня. Еще-то. Подожди, подожди, а у нас же. Стоп, подожди, у нас же еще бот есть. Собака, как его использовать? Подожди, а я же у станка был. Сколько нам еще до него? Станок. Гардероб. Станок впереди еще. Так, что это у нас выпало? Коробка запчастей. Ну, надеюсь, там будет вольфрам. Так. Много вольфрама. Станок. Кстати, интересная вещь насчет этого бота. Что-то я не помню. Может, он нас собирал уже? Хрен его знает, а? Так. Да будет свет. Вот. Ну, тут-то бот. Так. Че такое? О, вольфрам. Нормально. И что он там теперь даст, этот вольфрам? А, мы можем теперь этот... Ну да, должны были, типа, расфигачить слот новый. Ну, странно. Это что, вы посмотрите, сколько вольфрама? 625! Есть всего 14, это вообще сколько надо найти нам, вы только подумайте. Еще пушка может оказаться говном. Просто нечто. Сейф. А давайте, кстати, продадим вот эти вот аптечки. Да куда ты, блин? Как тут продать? Блин, ёкарный. Так, продать Т. О, гель нам за это дадут. А нафиг он нам нужен? Ну все, сойдет. А, нет, стоп. Пропустить. Ну, круто, вот это меня радует, потому что обучение можно в любой момент посмотреть. Тап нажать просто, и все. Блях, муху, что издевать? Боже, ждет нас. Ну, сейчас посмотрим, что... О, мы его присобачили. Так, начата загрузка, начата загрузка ресурсов. О, вольфрам, это он нам тоже собирает его. Ну, понятно. Ну, все. Спасибо. Давайте сейчас тогда можем его взять, наверное. Да, вот он. Здесь пока ничего нет, да? Okay. I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. I should be able to. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Аптечка. Текстовое сообщение. Здесь пишут о том, что
Ну, в общем, вы почитаете. Во! Смотрите, какая-то новая хрень. Присобачить тоже можно ее. Так, тут стазис. Это намек на то, что... будет замес. Ну, вот отсюда будет замес. Подожди-ка, давайте сейчас сразу посмотрим. Так. И чё, допустим, новое? Какой на... Ой, что это, кстати? А чё за импульсная волна? Нижний блок. Вот, плазма... Так, это плазморез. Плазморез, а какая-то импульсная волна там. А я не хочу это создавать. Да мне не надо, мне надо снять и разобрать. Вот, посмотрим. А, можно было эту штуку заменить на... Я прошу прощения, все это будет последний раз. Так часто буду лазить. Вот на эту вот, если это можно. Подожди, стандартный вариант. А еще какой есть? Никакого. Гидравлическое оружие. Нет, вот. Плазморез. Вот это давай. Бляха-муха, что я сделал? Один и тот же поставил, да? Не то я сделал. Не то, не то. Не плазморез. А как это называется-то? Подожди, а как же это называлось-то? Вот смотрите. Стандартная. Как же я только что штуку какую-то нашел? Два плазмореза поставил зачем-то. Гидравлическая. Создать новый. Не, модуль мы не будем создавать. Да хрен его знает. Патрон от этого больше не станет. Все, нафиг. Выходим и идем там что делать. Убирать препятствия. А то слишком долго я лазю с их. Не для прохождения. Но если что, перематывайте. Включаем. Так, что тут надо? Мозаику, что ли, собирать? Блин, вы... Да ёкарный. А как это самое? А, мышкой жать. Колесико. Все. Да, в жизни бы все так просто, да? Собирать эти. А, подожди. Надо, чтобы вот сюда вставилась вот эта штука. Вот так, что ли? Да, отлично. Сейчас вам комбинацию клавиш скажу сразу, сразу, чтобы вы прошли. Далее вот это переворачиваем. Нет? Да, теперь все правильно. А что это такое-то хотя бы? Ой, смотрите, там кто-то заперт в следующий некроморф какой-то ссаный. Так. Сейчас что-то посложнее должно быть, да? Может, вот так? Да, нормально. Так, отлично. Что произошло? Ничего, так. Отлично. Сейчас мы его покрутим. Сейчас его укачает и наделает тут дело. Красноармейку. Это этот, как его? Какой-то здоровый, регенерирующийся, наверное. Все, я готов. Отстреливать сейчас будем. Обструкция cleared. Resuming normal tram operations. Может, туда вниз спуститься? Не заставляйте меня подходить к нему. Бля. Так, блин, блевун, что ли? А чё он такой стрёмный? Ну, игрофон у них. Да, какие-то они вообще... Раньше их прорисовывали, а сейчас офигели он вообще. Стазис есть. Сволочь. Ой, 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 ой. Вот
ты мразь. Скотина. Вроде здоровье нормально, но меня немного раздражает, что у него датчик желтеет или... А хоть чтобы зелененький был. Ну чё, нормально, несложно вроде. Немного их было. Засранец какой, а? Это чё, скриптон, что ли? Да, скорее всего, и там потом его мочили. Это было в этом. Наверное, в демо-версии. Чё? Чё это было, блин? Убежал, что ли, назад? Ой, 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 ой. Айзик спокойно стоит вообще. Ну, конечно, он в броне, он ему пофиг. Только когда лифт совсем к земле будет падать, ты прыгни. Хоп, подпрыгни, и все нормально. Так. Приехали, чё? Так. Подожди, а где у нас? Давай уж быстрее, дослушаю.